Эти уникальные кадры хранились в личном архиве Вячеслава Черекба 30 лет. Теперь они представлены в выставочном зале для широкой публики, а вскоре будут переданы Музею боевой славы. На этих кадрах июль и август 1993 года – время перемирия в боевых действиях. На фото и рядовые бойцы в госпитале, и ключевые политики того времени. Отдельный цикл посвящен работе пресс-центра, а также проводам добровольцев. Снимки любительской камерой точно передают атмосферу тех летних месяцев. Я был тогда жил в Нидерландах, я был послом Абхазии в Западной Европе, назначен Владиславом Арзенба. Я приехал вот в июле-августе в Абхазию приехал, вот, и, естественно, был в Гагре у своих семей, и в Гудауте Владислав Арзенба был, и с многими другими людьми общался, и все снимал, что мог. Как раз совпало с тем, что вот 17 августа было прощание с добровольцами, вот эта сторона. И я очень много снимал. Кстати, оказывается, не так много кадров, цветных особенно этого периода. Я очень рад, что запечатлел эти все образы. Но мне кажется, наша история такая трагическая, но прекрасная здесь изображена. Мне кажется, это очень интересно, трогает сердце каждого гражданина Абхазии. Поэтому я очень рад, что у меня получилось, что интерес есть. Отсканировать эти уникальные кадры ученому помог фотограф Отто Лакоба. Обработал, отредактировал, помог подготовить к выставке фотограф Ибрагим Чкадуа. Он считает эти кадры очень ценными для истории. Эти кадры никто не видел 30 лет. Они как раз о том важном периоде, это последнее перемирие. Это и по названию видно, завтра была победа. Это Вячеслав Андреевич очень хорошо придумал и сохранил, и снял. Он снял как любитель, снял на мыльницу. Но от этого даже художественная ценность этих фотографий никак не пострадала. Это прям киношные кадры такие, очень непосредственные. Это то, что получается иногда у таких непрофессионалов, но как историк они очень профессиональные. И он как историк профессиональный, очень важные кадры сделал. Это персоны очень известные, и добровольцы, и атмосфера в КБРЦ. То есть тут есть такие моменты, которые, к сожалению, даже у нас больше нигде нельзя увидеть. Зураб Смыр на момент лета 93-го замминистра иностранных дел, один из тех, кто изображен на этих архивных фотоснимках. Его с автором фотографий объединяет давняя дружба. Очень трогательная выставка. Слава Черекба, мой старый друг, человек, с которым я познакомился еще в бытность СССР в Амстердаме, где два абхаза из Абхазии знакомятся. Вот. И с тех пор у нас была такая неразрывная дружба, связь. Но, к сожалению, потом случилась война. И когда я сегодня увидел несколько человек, которые тоже изображены на этих фотографиях, вот, я сказал, давайте с вами сфотографируемся, потому что мы не фотографировались очень-очень много лет вместе. Вот. К сожалению, на этих фотографиях есть люди, которых нет уже с нами, добровольцы. Вы знаете, это было самое сложное время в тот период, от 92-93 года, но мы были настолько едины, и мы верили в победу каждый день, каждую минуту, несмотря на неудачи, которые преследовали и абхазскую армию, и так далее. Выставка организована Центром стратегических исследований при президенте в рамках празднования 30-й годовщины победы народа Абхазии в Отечественной войне. Она продлится до 3 июля. Элеонора Гилаян, Саита Гухава, Абазатова.